Новый день сварки. Уже большая часть работы сделана по машине. Левая вся сторона. В середине есть места. Даже вот тут балку варили. Вот. Сегодня доделываем вот эту нишу. Здесь подварено. Тут вся вот эта полоса идет подварена. Вот. И вот сейчас задача эту дырку заварить. Но здесь видно, что мы не сможем одну деталь вырезать. Мы не сможем ее согнуть так же красиво, как тут. Поэтому сейчас я буду вырезать вот это. Этот квадрат. Нижнюю часть оставлю. Потом, когда я здесь заварю, то нижняя часть, она все это дело закроет. Я вырежу ровно по линии. Вот. Поехали. Сюда закругляется, и здесь слегка полукруглый. Мы пробьем его вдоль и сюда. Здесь мы подобьем потом. Тут форма получается. А здесь подобьем тоже в процессе. Эту плоскость нам надо сохранить. Thank you.
Вот эта часть. В конце нормально. Ну вот и все.